4. Армяно-римская война. Ход войны. В 36-34 годах римский полководец Марк Антоний, который управлял восточной частью римских владений, начал новую войну с Парфией, а затем и с Арменией, опираясь на помощь египетской царицы Клеопатры. Несмотря на начальные поражения, Антоний смог заманить Артавазда в свой лагерь якобы для мирных переговоров и вероломно захватить его. Арташат был разграблен римлянами. В числе прочего были увезены золотая статуя богини Анаит и множество других сокровищ. Артавазд был увезен в Египет и проведен в триумфальном шествии римского полководца, закованный в золотые цепи, где отказался склониться перед Клеопатрой, за что его бросили в темницу, а затем спустя 3 года обезглавлен. После гибели Артавазда на престол вступил его сын, Арташес II, войска которого отомстили римлянам, перебив их гарнизоны, оставленные Антонием в Армении. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал.